Дорогие друзья, всем пламенный привет у микрофона, как всегда Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую кэсочку и сегодня продолжаем играть на чудесном зомби-сервачке под названием Мясной Зомби. Все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании перед началом ролика. Хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайкосик, обязательно подписались на канал и, конечно же, нажали на колокольчик. У меня цель до Нового года набрать 100 тысяч подписчиков, ребят, мне будет реально безумно круто, безумно приятно, а вам тем временем не сложно сбросить видеоролик друзьям, подписаться, и вообще все будет шикарно, круто и здорово. Поэтому, ребят, вот так. Ну а мы, в принципе, погнали к ролику. Многие спрашивают у меня, где зарабатывать деньги на привилегии. Я играю на подоме, потому что тут всегда куча бонусов, турниры с хорошими гарантиями, адекватная служба поддержки. Именно здесь вас ждут множество мини-игр и многое другое. Регистрируйтесь по моей ссылочке в комментариях и получайте свои бонусы. Так, давайте сразу же возьмем, короче, разрушитель миров, повелитель молнии, давайте кровавый череп для боссов. Вот такой вот Вархаммер возьмем, прикольненький. Возьмем себе лазерные мины, закупим 5 штук, поставим их сейчас вот здесь. Купим броню себе, как всегда, лимит брони здесь 300. Бесконечные патроны, джетпак, как всегда, и в принципе все. Остальное мы возьмем с менюшки привилегий и будет, короче, круто, ребят. Так, сейчас мы, короче, в ряд поставим здесь лазерные мины по красоте, вот так. 4 штуки, вообще прям имбово. И давайте еще одну вот здесь вот, чтобы тоже снимала хпшку. И в принципе запрыгнем сюда и будем ждать зомбаков. Возможно, кто-то сейчас появится здесь, и мы просто-напросто его возьмем и завалим по красоте. Так, на джетпаке взлетели. Берем, короче, выбрасываем стандартное оружие. О, кстати, у меня гранаты какие-то вот есть в руках. Давайте их также выбросим. И, в принципе, все. Класс зомби я себе сразу же поставил. Берсерка. Он получается для повелителей. Там скачок будет, мега-мега прыжок. Поэтому, ребят, очень имбовый класс. Цены на привилегии, ребят, можете поставить на базу, посмотреть. Випка всего лишь рубль. Админка 15 рублей. Боска 25. Короче, все цены на привилегии можете посмотреть на сайте ggservers.ru. И кто заинтересуется, сможет купить любую привилегию. Так, давайте с джетпаком вот так помочим немножечко. Так, донат меню здесь у нас что-то не открывается. Голосовать за монстра. Так, меню повелителя здесь, ребят, короче, паки, броня жизни, меню бана, кика, джетпак еще один можем взять, вот так вот разбрасываться с джетпаками тоже по красоте. И в принципе меню супер оружие здесь получается. Какие здесь пушечки? Это старые гранатомет. Давайте вот с этой поиграем. Она, короче, скорострельная очень. И без задачи она прям очень имбово, ребят, стреляет. Вот, посмотрите. Я думаю, это реально достойная пушечка. Ну и очень, в принципе, имбово. Вот уже тем временем мы одного зомбака завалили. Дальше мочим остального. Так, у него получается 12 тысяч хп, уже 11. Реально пушка мощная, ребят. Быстренько выстрелим. Но джетпак здесь не особо мощный. Но в целом все равно неплохо. Можно играть, все играбельно, здесь сбалансировано. Поэтому, ребят, ссылочки все на сервачок, еще раз повторять, будут в описании. Так, давайте, блин, ребят, в голову просто по красоте. Имбово, все, стреляем, убиваем. Блин, реально жестко. Все, я просто взял и двоих зомбаков завалил по красоте. Отлично. Давайте себя сейчас сделаем выжившим. Меню мода сделать выжившим. Рамзес. Все, ребят. Опа. Погнали. Короче, я выживший. Суровый дядька там получается пишется. У нас 600 хп остается. И миниган здесь, ребят, не особо такой уж и мощный. И, блин, 600 хп. Нам нужно аккуратнее выживать. И джетпак нам использовать вообще нельзя почему-то сейчас. Но, блин, возможно, это и к лучшему, что баланса немножечко добавит на сервер. Ну а так, в принципе, был бы джетпак, я думаю, было бы намного проще нам играть. Амапаков у нас 1818, уровень 4, система левелов есть, плюс 4% там к урону, к пакам будет вам добавляться, все дела. Я думаю, это все понятно здесь. Так, давайте ведьму сейчас для начала завалим. И потом уже остальных зомбаков. Кстати говоря, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите, какой контент видеть, какие новые рубрики. Потому что я уже со следующей недели планирую снимать для вас новые рубрики, там, задания от подписчиков или что-то типа такого, от бомжа до мажора. Помните рубрику, мы копили амапаки, с вами выживали, там, без привилегий может рубрику попробовать на каких-нибудь серверах. Я думаю, будет тоже интересно, ребят, поэтому пишите свои все идеи почитаю, ребят, пролайкаю, реально, будет интересно мне почитать и выслушать всех вас. Поэтому, ребят, дерзайте, пишите, я буду вам всем благодарен. Так, с 500 хп остается,
Так, аккуратненько, вот здесь зомбачок есть, давайте его... Так, ведьма к нам не попала вообще в нас, да? Я надеюсь, что не попала, и все будет the best. Так, 446 хп, где зомбаки, все остальные? Так, что, здесь нету никого? Мы, кстати, забрались в нормальное место, выбрали себя. И, кстати, у нас паутинка доступна 2 сразу, это очень здорово, ребят. И считайте просто, за сколько секунд мы завалим этого зомбака. Раз, два, я понял, он окнулся. Так, осталась у нас одна ведьма. Так, давайте ведьму попытаемся завалить, ребята. Вот так, молим по красоте, зажимаем. Давай, друзья, давайте, давайте. Сейчас мы ее, короче, по красоте завалим. И я выиграю в этот раунд, надеюсь, все. Так, Парамзес убил 5, нанес 24940 урона. Там хочет, что, кстати, на каком мы месте здесь находимся, посмотрим. Я занимаю 1495 место из 16955. Уровень 4, 2 зараженных, 14 смертей, 170 заработанных амапаков у нас. Вот так вот, ребят. Короче, сирочек прикольный, играть можно, ребят, реально выживать, вот особенно с друзьями, такой, я думаю, будет само то, самое круто, самое имбово. В принципе, лишнего ничего здесь нету, поэтому, ребят, все ссылочки, напоминаю, на сервачок будут, как всегда, в описании. Но на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, пишите свои идеи, еще можно поснимать в комментариях. Я обязательно все посмотрю, пролайкаю, почекаю. Ну а с вами был Рамзи Сидела, всем хорошего настроения, друзья мои, всем удачи, всем пока. Пока.